Ну, это очевидно, что это решение политических властей Армении. На таком тактическом уровне это ответ на вот сегодняшнюю утреннюю акцию движения «Та выживаемая Родина». То есть, когда они фактически не позволили Удрому Пашиняну руководству Армении посетить мемориальный комплекс, то вот это не отказ, вот это попытка не позволить, вернее, католикосу посетить комплекс позднее, это как бы ответный шаг со стороны властей. Но если более шире посмотреть, то это, конечно, проявление растущего и обостряющегося конфликта между церковью власти, которые в первую очередь этот конфликт, он, в общем-то, все 6 лет правления Пашиняна существует, но сейчас он максимально обострился в связи с тем, что церковь непосредственно выступила против властей, и мы знаем, что ее отдельные представители, ну, помимо того, что ее представитель возглавляет это движение, кроме того, ее отдельные представители нам также активно участвуют. В общем-то, это противостояние довольно-таки давно существует. Как я уже сказал, отношения были напряженные в 1975 году, премьерство Пашиняна, особенно после 2020 года ситуация обострилась. Сейчас, наверное, ситуация просто в том, что раньше церковь какими-то заявлениями, риторикой поддерживала протестные движения оппозиции. Сейчас фактически представитель церкви сам непосредственно возглавил такое движение. То есть новая новизна ситуации в основном в этом. Что касается того, к чему это может привести, это сейчас трудно прогнозировать. То есть очень многое зависит от того, каким будет ход событий вокруг протестного движения. То есть от того, каким оно результатом приведет, кто в итоге в этом противостоянии победит, пока трудно прогнозировать. Но в целом можно сказать, что, скорее всего, напряжение и сам конфликт, он будет все время обостряться, и будут какие-то ответные меры с обеих сторон. Тут пока трудно сказать, какие действия реально власти могут предпринять, кроме вот каких-то таких символических, возможно, очень грубых и резких шагов, но тем не менее больше они все-таки в поле какой-то символики находятся, и какие конкретные какие-то действия и репрессии могут предпринять против церкви, пока мы видим, что особо не стремятся, в общем-то. Но в целом, я думаю, что конфликт будет обостряться, пока, во всяком случае.